ребят. Ну вот Потап считает, что вы немножко скованы, вам чего-то не хватает. Как вы считаете, чего не хватает Потапчику? Насти. Без Насти вас уже не узнают, а вас узнали. Днепр, встречай. Ребят, кого поблагодарим? Мы хотим поблагодарить рекламную компанию «Логотип UA» и отдельно выразить благодарность Марине Рублевой. Это один. И мы хотим поблагодарить бренд дизайнерской одежды 1955 и выразить благодарность Ирине Тамай. Есть такой бренд. Кто такая Ирина? Это вот она. А это вы? Скромница. Ребята, удачи. Давайте. Опричник, картуз, хорохорица, хорохорица, золотой век, господа. Добрый вечер. На сцене команда «Два капитана» 1855. Вычурное бахвальство, скажет кто-то. Скорее всего, филолог. А всем тем, кто считает, что для того, чтобы сегодня победить, мы чересчур интеллигентные, ответственно заявляем: «Титька». Все, пар выпустили. Золотой век, господа. Наш специально приглашенный актер Роман, что ты нам подготовил? Отрывок из моего дневника. Как я научился ездить на велосипеде? Когда я был маленький, мой отец отплыл на лодке далеко от берега и выкинул меня с велосипедом за борт. Спасибо. Это все? Да. Тебе спасибо. Итак, золотой век. Но погружаться в прошлое мы будем постепенно. Для начала мы пригласим на сцену Сергея Анатольевича. Привет, молодежь! Знаете, сегодня нам ваша помощь не понадобится. Это как это? Я же из вас самый опытный. Но это мы заметили. Ну, здорово! Ну и что тут такого? Что такого? Да, по-моему, сказать мимо микрофона — это полный... Тихо, тихо. А я приготовился. Я вот вам сколько литературы по золотому веку привез. Книжки. Вообще-то сейчас все это можно записать на одну электронную книгу. Электронная книга. Молодежь. А электронная книга может такое? Заначка. А вот этот Гоголь, ну сколько раз он меня выручал. А вот это вообще книга особенная. Знаете, что там? Судя по такой логике, там должна быть женщина. А, спасите, помогите, вытащите меня! Мамочки. Золотой век, господа. Сейчас можно сказать «золотой век технологий». Теперь в каждом айфоне есть Siri, приложение персонального помощника. А представьте, что появилась даже Siri с интеллектом мамы. Siri, привет. Все-таки вспомнил про маму. Siri, последние новости. Тебе привет от тети Тани. А кто такая тетя Таня? Ты ее не знаешь. Siri, фьючерсные цены и котировки на индекс доллара США. Ты у меня такая взрослая. Siri, открой мою страницу в Facebook. Ой, я что-то не то нажала. Хорошо, Siri, а скажи, где нам можно после Лиги смеха посидеть? А посуду кто мыть будет, Пушкин? Ха-ха, видишь, мама тоже в тему шутить умеет. Теперь окунемся в историю. 1855 год. Усадьба помещика Сивоха. Прошка! Прошенька! Спасибо, профан, что ты меня вчера спас! Ну, как спас? Так, второй бутыль спрятал. Нет, барин просто так... Должен отблагодарить, барин, вот!
Возьми-ка кафтан с моего плеча. Это тот, что после стирки сел. Спасибо. Кто здесь помещик Сивоха? А по какому вопросу? Приказ за бунт против царя в Сибирь его сослать. Барин! На кого вы нас покидаете? Погодите, я не барин! Ага, скажите, еще сюртук после стирки сел. Это не мой сюртук! Ага, скажите, еще вы с барыней никогда не спали. Это не мой сюртук! Вы пока присядьте, господин хороший. Я хочу с бариным наедине попрощаться. Проша, подыграй мне, Проша. 5 золотых дам. Мало. 6. Много. Проси, чего хочешь. Дочь свою старшую за меня выдайте. Да ты ополоумел. Ты крестьянин, а она старинного дворянского рода. Да и муж ее будет возражать. Давай я тебе свободу дам. А что такое свобода? Как тебе объяснить, чтоб ты понял-то, а? Ну, представь себе пряник. О, я согласен. Я барин. Погодите-ка, о вашем личном деле написано, что вы носите очки. А, так вот они. Я это, разнашивал. Так, слуга, сделай-ка пока нам с барином чайку. Ага. Барин, а в какой стороне у нас заварка? А я тебе помогу. Барин. Прошка. Барин. Прошка. Барин. Прошка. Ба... А что здесь происходит? Барыня. А я не барин. А я челядь. Я холоп дворовой. Нашел вторую бутыль все-таки. Парень, я в клев, если что, вещи собирать. Здрасте. Жандарм? А, вы по поводу того пожара на конопляном поле. Какого пожара? Шутка. Я по поводу вашего мужа, его в Сибирь ссылают. Как это ссылают? А как же я одна справлюсь с имением, с этими заводами, пароходами? Ну почему же одна? Скажите, а вы любите красивых, накачанных мужчин? Я не такая. Так и я не такой. Подождите секундочку. Ты почему мне не сказал, что устроил бунт против царя? Я сюрприз сделать хотел. Что? Так это вы, Сивоха? Я не прощу обмана! Дуэль! Стойте на месте. Сейчас. Дуэль! Что такое? Не отходите никуда. Дуэль! Молодой человек, вы уверены, что хотите стреляться? Да! Прошка, пистолеты! Ай, больно! Вов, я не в тебя целился! О! Сергей Анатольевич ранили! Сергей Анатольевич ранили! Я умираю! Обещайте мне, что команда 2 капитана дойдет до финала. Но мы не можем этого обещать. Я не вам говорю. Трельмоп, чимчивас, блопс. Он бредит. Он бредит. Нет, эти слова я завещаю Потапу. Их в новые песни. Игорек Ласточкин, я тебе завещаю свой свитер. Будешь в нем жить.
Ближе ко мне. Ближе. Еще. Хэштег «Я умираю». Потап, зараза, сразу лайкнул. Я слышу голоса, я чувствую запахи, я вижу людей, и вообще мне, по-моему, нормально так. Гоголь в который раз помог! Ну и в завершение мы хотели бы сказать тост. Нет, в стиле Золотого века. А. Знаете, Золотой век — это очень неоднозначный период. С одной стороны, он подарил нам Пушкина, Лермонтова, Моцарта. А с другой стороны, он забрал у нас Пушкина, Лермонтова, Моцарта. Команда «Два капитана» 1955. Классика! Браво!